Теперь непосредственно к ситуации в Сирии. Террористы так называемого исламского государства массово покидают позиции после новых точечных ударов российской авиации. Как сообщили в нашем Министерстве обороны, минувшей ночью из района Дамаска ушло несколько крупных отрядов боевиков, в каждом около сотни экстремистов. Таким образом, оперативная обстановка в окрестностях столицы Арабской Республики претерпела принципиальные изменения. Также, помимо прочего, уничтожен комплекс подземных сооружений террористов в провинции Хама в Идлибе. Командный пункт одного из отрядов группировки Джибхата Нусра в районе Алеппо, мастерская по изготовлению самодельных ракет. За прошедшие сутки в результате воздушных ударов уничтожено 2 командных пункта бандформирования, 3 склада боеприпасов и вооружения, 2 подземных бункера, 32 огневых позиции в горно-лесистой местности, 9 укрепленных огневых позиций бандформирования. Мастерская по производству пусковых установок и реактивных снарядов. В результате применения авиабомбы командный пункт террористов и 2 находившихся рядом с ним грузовых автомобиля, оснащенных зенитными установками ЗУ-23, были уничтожены. Между тем, глава администрации президента России Сергей Иванов рассказал, как шла подготовка к операции наших воздушно-космических сил. Как следует из интервью агентства ТАСС, решение ее начале было принято, когда ситуация в Сирии, цитата, «стала нетерпимой». При этом все действия предварительно тщательно просчитывались, обдумывались и согласовывались с верховным главнокомандующим. Финальная стадия обсуждения состоялась на заседании Совбеза поздно вечером 29 сентября. Россия вынуждена была вмешаться в сирийский конфликт. Как вы, очевидно, слышали, в рядах ИГИЛ воюют тысячи выходцев из России и стран СНГ. Прикажете ждать, пока они там потренируются и спокойненько вернутся домой? Сейчас толпы беженцев с Ближнего Востока устремились в страны Южной Европы в надежде транзитом перекочевать в Западную. Вы что думаете, среди них нет так называемых слиперов, спящих агентов и террористов, которые отправляются в Старый Свет, чтобы где-нибудь неприметно устроиться, затаиться и ждать? В назначенный час они выйдут из тени и сыграют хорошо им знакомую роль.